Доброе утро. Как отличить предупреждение интуиции от страха? Благодарю. Разные ощущения. Предупреждения, когда они идут, в них что-то есть светлое, а страх он сковывает. Те предупреждения, которые дают, они даны так, чтобы ты смог ими воспользоваться. Это все равно, что давать тебе ответ и на тебя орать. Тебя будут орать, тебя этим в состоянии шока, скорее всего, заведут. Ну, предположим, вы маленький ребенок, вам нужно донести информацию. Если на вас орут, то вы, как маленький ребенок, информацию то вряд ли поймете, вы в состоянии шока войдете, то есть вы испугаетесь. Также, когда ей информацию свыше дают, ее дают в таком форме, чтобы вы могли взять. То есть страх – это уже подсознательная функция, чтобы вы, скажем так, в крайней степени уже, говорится, стали воспринимать ситуацию, то есть крайний пинок очень жесткий. Страх может идти и у демонических существ, которые вас пробуждают страх, чтобы взять над вами контроль. Поэтому все, что идет от интуиции, то есть все, что от светлого, оно как инструмент доступно для использования. Если вы чувствуете, что это вообще никак не взять, что это похоже именно на страх, на какое-нибудь смятение, на прострацию, это запускается демоническая какая-то природа, демонический механизм начинает работать. Интуиция всегда механизм, это тот, который можно взять. У вас есть реальная возможность это взять и эту информацию переработать. Будь она то на уровне конкретных понятий, на уровне образов, на уровне ощущений, вы всегда сможете это взять. И я даже скажу, больше там есть какой-то всегда позитивный аспект.